Ну, вот опять такие интересные подходы к воротам. Два таких отрезка. Завгородний. Первый бросок в касании. Хороший момент, да. И вот сейчас уже бросок с дальнего пятака. Да, снова два момента. По моментам и вот именно потому, как сам розыгрыш строился. Какой шанс для Дакоста, и он его использует. 3-1. Автомобилист укрепляет свое преимущество. И все поздравляют парижанина, играющего под 77-м номером. Голышев тоже отвлек внимание на себя. Побежал нарезать на пятак. И я думаю, что это в какой-то степени смутило и вратаря, и игрока сочинской команды, который находился на пятачке.